Всем здорово, с вами комментатор Серж. Серый. Для друзей серый. Комментирую я центральный матч тура Фрязинской Федерации футбола. ККК против Ротора. Серая лошадка, команда Ротор. Погнали, ребята. А чё музыку-то выключили? Нормально же играли под музыку. Это как-то веселее было. Ну чё. Начинаем, как всегда, уважительно к сопернику. Ну что, второй чуть не завезли. Ну хочешь, наверное, пешком с мячом в ворота зайти. Бить как-то впадлу для начала. На первой минуте. Не по-дружески. Вот и Ротор проверили. На внимательность. Так, о составах команд. Коротко, значит... ККК представлять игроков не буду. Всех вы знаете. Все звезды на поле сегодня. Ну и Ротор, как я уже сказал. Команда новая, играет только с этого года. Первый раз, по-моему, они на чемпионат заявились. Так что пока без фамилий. Сам... Ах ты, красавчик. Что-то мне кажется, или ККК прижали чуть к воротам Ротора. Ротору бы раскрутиться сейчас где-то. Ох ты! Раскрутились до двух с половиной тысяч оборотов. И вкорячили для начала, так что... Чтоб неповадно было выходить, бросать вообще. Ну, чуть-чуть забыли об обороне совсем, там крутится в шестером. Вот той вратарской. Вот второй, смотри, сейчас приплывет. Предпосылки. Холодный душ не повредит. Я верю в победу, но и об обороне тоже нельзя забывать. Ротор опасен, когда до двух с половиной тысяч раскрутится. Там уже турбояма пройдена и мощный подхват идет на этих оборотах. Так что я для тех, кто не знает устройство Ротора, вот сейчас небольшой ликбез был произведен. Молодец. Восходящая звезда, как Глеб Лаптев. Вонзил мяч своей правой базукой, по-моему, в дальний от вратаря угол. Вот.
Еще одна базука. На этот раз пощадили. Вообще-то до матча, я так понял, что это во всемирную сеть видео будет выкладываться для всеобщего обозрения. И я пообещал, ничего такого, просто гол. Я пообещал оставаться беспристрастным. Именно поэтому я сегодня не так эмоционально праздную голы команды ККК, моей любимой. Я же беспристрастный комментатор. Должен оставаться хладнокровным. И на протяжении всего матча поддерживать интригу. Мне вообще-то ее не надо поддерживать, потому что тут такие страсти кипят. Смотри, на встречных курсах команда открытый футбол показывает. Что? Мне нет повода как-то эмоционально голосом поддерживать накал страстей. Мне главное бы ручку вращать не забывать. Все внимание на поле. Ох ты. Включил сейчас пониженную передачу ротор, но все равно не успели на этот мяч. Блин, вот интересно. Вот у нас в команде, по-моему, ни у кого Mazda RX-8 на роторе нету. Не знаю, конечно, как у команды ротор. Мне кажется, должны быть у них в команде такие тачки с роторными движками. Клюбас. Как-то это, ну, название надо оправдывать. Потому что команда Константина Казбекова, тут все понятно. Костя Казбеков капитан команды, поэтому вот он и тащит за собой команду и своим именем ее назвал. Это нормально, это еще с дореволюционных времен повелось в России там называть этот хороший продукт своим именем. Смирнов, там Бабаевский. Пасик играем. Мяч держится. Ну что, ротор тоже как бы как новички, да, как команда новая. Тоже они заряжены на успех. Голодные до голов. До внимания, признания и так далее. Они себя будут полюбас проявлять, особенно во втором тайме. Ну что там, зумом работаем? Блять, не... Это... Серёга. Ну, блин, ножницами надо было такой момент, блин, для ножниц. Я зум настроил. Ты просто занялся. Не за этим ты сюда приезжал, Серег, из Москвы, чтобы так забивать. У
удар скорпиона хотя бы, что-нибудь наподобие. Блин, ротор все не хотят закидушками нас удивить. Чтобы динамики чуть-чуть этому матчу придать, я уже начинаю зумом играться. Благо объективчик позволяет. 70 на 200 тут Андрюха, походу, вкорячил Эльку. Телевик. На телевик снимаю. Иса 3200 выставил и радуюсь. На. Филе миньона сушил. Мягкие ткани прощупал, так сказать. Опа. Видите, полевой уже, смотри. У центрального круга, блин. Пока тут у ворот заварушка. Мамонт! Просто базука! Второй матч подряд базукой забивает. Антонио красавчик, да? Надежно. Казбек там на острие уже ловит отскоки, блин, на пятачке. Блин, все время забываю, в какую сторону зум крутить надо. Так. Ну чё? Давай двоечку через апперкот. Она. Так, счет у нас 5-1. Напомню, ротор забили первыми, тем самым разбудили зверя. Забили они первыми, разбудили спящего монстра. В
виде командного духа команды ККК. Не, ну тащит, тащит. Там уже 8-0 могло быть. Просто вратарь тащит. Сейвы делает. Как Губерниев бы сказал. Делает сейвы. Надо... На отъебись. Чё, мне кажется, команде ККК пора тайм-аут взять и обсудить этот момент. Ой, не туда, снимаю. Не сориентировался, как говорят в футболе. Дальние слеты уже начинаются, так смотрю. Предпосылки для ножниц, для удара скорпиона. Все такое. Все нормально. Этот удар для Вити разминка. Не, ну что сказать, если игра идет, надо забивать, потому что голов мало не бывает. Для статистики, для разницы забитых пропущенных. Надо до двадцатки добивать, я считаю. Там уже можем успокоиться. Очко, о, очко хорошее число, до 21. Не очко обычно губит, к 11 туз. Давай, ротор. Ох. Пристрельный был удар на тоненького. Как говорится, не зли ротор. На пик мощности выходит. Вратарь уже в поле. Вообще, я когда в этом, в автомобильном учился, на третьем курсе нам... Что там нам рассказывали? По машиностроению, что ротор нормальная движка. Но ресурс у этого двигателя невелик. Постоянно надо техосмотр проводить. А так вообще феноменальную мощность показывает роторный двигатель. Типа там с объема 1,3 литра у RX-8 по 300 коней можно снять. Это еще без нитро. Если закись азотку не сделать, там вообще мам не горюй будет. Мало не покажется, конечно. Так, возвращаемся к футболу. Тут у нас прорыв по бровке. И мягкая скидочка. И выход один на один. И закидушка. Ну вот это красиво, реально. Вот просто напоминание о том, что не заигрывайтесь, ребята. Совсем уже рамсы попутали. Вот,
Видишь, как они раскрываются. Веером расходятся. Серый на скорости. Ах ты! Знаешь, это без турбины, атмосферники. Но зато 6,3 АМГ зато. Брабусы все, как на подбор. Поршневая кованая. Движки миллионники. Чего там? Руку поднял. Все, пенальти. Зум. Приблизим как следует. А, штрафной. Неплохо отстоял позицию. А вот дальним тоже я подумал, что не мешало бы проверить, попробовать. Смена произошла. Звено Сергеева на поле. Сейчас будут решать. Ну, на дальний открыт. 77-й. Но снял с ноги защитник. На опыте просто. Обокрал. А может своему? Стопроцентный. Ну вот еще один. Вратарь разогрелся и тащит. Буквально непробиваемый последние 5 минут. Виктор корпусом. Уверенно. Он просто не хочет забивать. Такое чувство, что прям действительно. То ли не идет, то ли не хочет. Так, я забыл, кстати, рассказать, что многие спрашивают, как я пришел к успеху. И я делюсь с вами секретом.
Я просто играю в онлайн-казино Вулкан. Делаю ставки на спорт. Майвезер, там Макгрегор, все дела. И выиграю бабусики. Потом на эти бабусики я покупаю биткоины. И вот так вот, медленно, но верно, прихожу так же, как команда ККК, к успеху. Первый тайм закончился, счет 6-2. Второй тайм будет жопа, вернемся через несколько минут. Поехали. Второй тайм, ё-моё, смотрю сюда, в айфон, в инстаграме лайки ставлю просто. Все, поехали, настраиваемся на позитив, на игру, на голы, на красивый футбол. Второй тайм принципиального матча ККК Ротор. Надеюсь, никого не обидит то, что я команду ККК на первое место поставил. У нас тут не Федук с ЛДЖМ. Так что ККК Ротор. А чё музыку второй раз выключаю? Так кайфово под музычку катать. Настроение прям на позитиве. Джа Халиб что-то там, блин, мурлычет. Лей-ла-лей-ла-лей-ла-лей-ла. Ла-ла-ла-лей-ла. Ла-ла-лей-ла. Я тут на клубном форуме вычитал инсайдерскую информацию, что, оказывается, 12 игроков Ротора сегодня присутствуют на матче. Они собрались, и они кого-то подтянули. И вроде как сейчас дадут бой. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Потому что легкие победы, вот как сейчас, большим отрывом в 4 гола, 6-2, они расхолаживают. Победы должны потом и кровью даваться. Я надеюсь, что нас ждет зарубательный второй тайм. Все будет в рамках правил, корректно, без грубостей. Но хотелось бы увидеть голы и с той, и с другой стороны. Я всегда болею за красивый футбол. Надежно. Набегало прям, да, видел? Хотел, как в бильярде, кием сукно порвать. Опа-на! А свисток почему не молчит, ага. Отсюда можем попробовать и пробить. Базуки на месте. Есть удар. Партнеры Ротора разгоняют свою команду, но тут Глеб лучше сегодня в отборе. Вот так Ротор издалека за кидушками сегодня балуется и попадает.
Ну, давай. Давай. Где мяч-то? Потерял, не сфокусировался. Роторы меняются, сейчас свежие выйдут. А чего? Кстати, сегодня у ККК новая форма, презентация формы. Барселонский выездной вариант. Такой зеленовато-голубоватый градиент. Обалденная форма. Плюс фамилии нанесены сзади. Подстраховка работает. Браво, браво. Так, запись-то идет хоть? Идет. Обокрал Глеб. Еще один отбор свой актив занес. И на дальнюю штангу. Встреть. Эшкере. Вонзил. Блин. Камбэк такой получается. Ротора. Ну, в том тайме мы помним, они тоже первые забили в ворота ККК. Помним, чем все это закончилось. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Кэп. Плотнёхонький удар. Простили. Сейчас мог быть камбэк из камбэк. Чтобы обезопасить, надо галешником ответить. Кэп. Че, игроки разобраны. Нормально, под контролем. Неретин развернул атаку. О-о-о! Ну решать надо в такие моменты. Ха-ха. Главное, чтобы настроение хорошее было, как в Сереге. Тогда игра пойдет. Заметь, да? Где Витя? В центральном круге. Поближе к движению. Сейчас по процентам владения где-то 73 в пользу, 73 на 27 в пользу ККК. И большая часть игра идет на половине поля ротора. 66% мяча находится на половине поля ротора. 12% в центральном круге. И остальное уже неизвестно где.
Ух ты, как крутится. Называется дриблинг по футбольному. Давай, 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 давай. Смена. Форвард на форварда. Вот сейчас надо закидушку делать, смотри. Вот этот. Ротор молодец, чё? Включились во втором тайме в игру. Один отыграли. Так я отдалил, что даже мяч уже не вижу. Вот так надо приблизить. О! Комфортно для глаз будет при просмотре. А то на таком отдалении уже этот мяч на шайбу похож. И градиент не виден на форме. Вот, обыгрался с партнером. Обманул, положил. Корпус. Доборолся. А чего? В пределах правил. Что сказать, не знаю, просто давайте будем наслаждаться футболом. Глеб мяча просит, пошел по бровке. Вот она, пушка. Реально, если вот сейчас вот по игре, просто чтобы попасть в сборную тура, это надо сделать что-то экстраординарное. Вот. Потому что уже сегодня были и красивые сейвы, и красивые голы. Не было пушки. Я на нее надеюсь в концовке тайма. Базуку настоящую сделать надо. Так, ну чё. Игра у ККК не ладится. Второе отыграли. Жареным пахнет. Сейчас психологический момент, сейчас главное не пропустить, потому что, ну, как бы такое преимущество было, и игра полностью в руках ККК была, и сейчас два отыграли, два осталось. Сейчас полюбас надо забить, чтобы восстановить свой жизненный тонус и хорошее настроение, чтобы вернулось ко всем игрокам и... Ну, видишь, заколдовали ворота. Не идет в те ворота, и все. Игрок обыгран. Вот видишь, вот все красиво. Ну, а концовка. Ребята, страхули.
Отличный отбор Эндрю. А попробовать. Вот Антон просто как с цепи сорвался. Носится, блин, просто как... Как бульдог вцепился. О! Да что ты будешь делать? Ёбаный насрал. Парни. Витя молодчина. Слушай, сейчас закидушка будет, смотри, где игрок. Десять минут играть. Я напоминаю для тех, кто хочет прийти к успеху. Спонсор трансляции — онлайн-казино «Вулкан». Быстрый вывод денег, честные ставки. Полное юридическое сопровождение всех сделок. Например, на то, что в этом матче будет более 10 голов забито, коэффициент изначально был 12, ребята. А если какой-нибудь бы этот комбо замутить, например, на то, что за 8 минут до конца у ротора игрок будет травмирован в штрафной ККК, там просто астрономические коэффициенты. Но это надо играть, участвовать и рисковать. Здоровья игроку желаемое. Поднялся, красавчик. Поприветствуем аплодисментами. Ну чё, убойная точка. Не попал по мячу. Оу, нифига себе, там стык был. Семь минут до конца. Ротор уже вторую турбину подключают. На месте. Ох, ну как элегантно, да?
Вот так. Выход, да? Молодцы, парни, вернулись. Ха. Молодцы. Цепки какой, смотри, мяч к нему как приклеился. К этому игроку ротора. У ротора 4 фола, у ККК 1 фол, там, по-моему, 5 или сколько там, 6 надо набрать, потом пробивка, пенальти будет. Здесь чисто. 3 в одного. Ну. Базука. Тоже как классно, да? В стиле Дмитрия Баринова сейчас сыграл игрок ротора. Разрезающий передачи выводил форварда на ударную позицию. Наши защитники в стиле Пепе прочитали эту комбинацию. Смотри, не боясь, да? Между двух поперек третьего. А что, если игра идет, можно исполнять. О, о, о! О! Эшкере, Андрюха, Эшкере! О, Витя на месте. Там вообще наносекунда была. Руку выставить. Он успел. Парни, игра окей. Молодцы. Вот так все мастера переворачивают с ног на голову. Только что 6-4 было. Боялись за свою жопу, блин. Сейчас вольготно ведем. 8-4, блин, разыгрываем, да? Свое удовольствие. Ух ты! Боролся по полной программе, как говорится. Ну, быстрый выход, быстрый выход. Зацепился за мяч. Полторы минуты до конца. Играть и играть от отчаяния уже то же самое от безысходности.
Ромарио! Красавелла. Слишком мягко, Витя, слишком. А тут карточка. Ну, Роман, что, ну, игровой момент, без грубости, просто. Там чуть не втащили. Один обзор голкипера закрывал. Второй пытался произвести удар. 47 секунд до конца. Сейчас все только начинается. Рубилова до последней секунды, что называется. Игроки Ротор чувствуют, что могут переломить ход встречи. 40 секунд до конца. И сейчас будет произведен спецудар. Без шансов и без вариантов. Даже лучший голкипер чемпионата не смог справиться с таким обладающим хитрым ударом. Предъяв киперу нет никаких. А вот здесь момент. Доигран будет. 25 секунд. Три мяча команде Ротор нужно отыграть. А 8 секунд на гол. По 7 секунд на гол. Не забили. Ноль одна секунда. Игра окончена. С победой команду КГК. Команда Ротор молодцы. Бойцы. Особенно второй тайм у них хорошо получился. Вернулись в игру. Действовали корректно. Это самое главное. Все, увидимся через неделю. С вами был Серый. Берегите себя.